Привет! Варю пельмени. Вчера налепила. Не знаю, что готовить, что надоело. Что вы готовите? Рассказывайте. Надо бы другой пакет. Мешочек этот. Пакетик из морозилки. Оставил мокрый. Ну, я его сейчас протру. Не выбрасывать же. Раньше, помните, пакеты мыли. А теперь вот сейчас вытерла. Да еще и в морозилке места нет. Друг на дружку наложила. Они все у меня склеились. Сейчас вот их разламывала. Пельмени делала свинина с говядиной. Половина пельменницей, половина руками. Остатки тесто сделала руками. Вот. Наложила. Этот-то хорошо оторвался у меня, металлический подносик. А тарелка прилипла капитально. Ее не тряханешь, потому что она стеклянная, сейчас пополам сразу. Вроде бы я как и мукой пересыпала. Два пакета положу, а то еще и в морозилке места нет. Некуда там пихать. Так, а здесь варю в кастрюле пельмени на обед. Будем обедать. Так, а эти не знаю, эти как. Так, сейчас что-нибудь попробуем. Я примерзли. Ничего не получается. О. Так. Надо в один слой накладывать. А я... Места нет, друг на дружку. Друг на дружку. Мукой пересыпала, а все равно прилипли. Придется так ложить, потом разлеплю. Вот так. Сегодня у нас суббота, выходной. У нас-то вообще всегда выходной. Снегом замело, машины вон все буксуют. А потом обещают дождь. Вот. Сделаю немножко. Потом еще сделаю. Так. Ой, бегут. Бегут. Бежит. Вот так. Нельзя и болтать, и варить. Моментально все удрапало у меня. Ну ничего. Все, сварились мои пельмени. Мы их на обед с бульоном будем есть. А вы как пельмени едите? С бульоном? Или так? Ой, у меня же есть там зеленушка. Можно было зеленушечки пустить. Сейчас мы тут с мужем смеялись.
таксист припарковался, а там снега по колено, и он застрял. Не было выехать с парковки. С парковки, да, не мог выехать. Вот, а мимо ехала машина, а за рулем девчонка, ну, может, женщина молодая. И он, значит, ее остановил, а как она, толкать-то не будет из снега, тяжело. Он ее посадил за руль в такси, а сам толкал. И получается, вот, я смеюсь, говорю, русские женщины все умеют. Вытолкала, сел за руль, завела и поехала. Он ее вытолкал. Хотел вам снять, не успела. Она быстро выехала, больно. Я думала, она будет тоже, как он, долго, тыр-пыр туда-сюда. А она молодец. Так что вот, гордость за русских баб, как они говорят. Коня на это, на скаку остановит, в горящую избу войдет. А сейчас, по нашему времени, видите, какая молодежь. Одни... Родину защищают, другие, вон как быстренько сел за руль, раз и поехала. Вот так. Ладно, всем, кто ест, всем приятного аппетита. Дальше встретимся потом. У нас огурчики, хлебушек, ну и к чаю что-нибудь найдем.